краще гроші на авто, ніж здавати секції. 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 Аллилуйя! Думай головой, каждый, ребят. А если не гипноз, а молитва во имя Иисуса Христа? Ты куришь? Ну, мне уже в глаза смотрели, молодец, только отвернулись куришь. Потом к демагогии со словами. Просто мы не поддаемся этому гипнозу. Артем, ну я рад, что вы трезвая молодежь, а не курите. Паш. Да куришь. Вам немножко еще сориентироваться в жизни. Куришь? Иди, я сейчас встречу. Вот это бич 18 лет тому назад. Ты знаешь, что пили? А потом, когда Библию я открыл, все поменялось. Пошли. Рак исцелился или проказом прийти, просто гипноза. А я видел такие случаи, слепые люди, лежал человек, это есть, да. Приходи сюда и все будет. Вот этого человека, это цитата из Библии.